князь Ягайло, кольки жил, столько захопляўся паляваннем. Паляванне на Беларуси, с одного боку, это и шляхетская забава, и у нечем навод школа выхавання. С іншага боку, менавіта паляванне, найстаражытнейшы заняток человечества, стояло на передадні жывёлагадоўлі. Сучасные паляўнічыя на Полесе володуюць не только сакрэтамі своей справы. Як правильно прыгатаваць дзічыну, про гэта мы сегодня и даведаемся. Ну, распавядайце адразу, што гэта так, будзе за страва такая? Гэта у нас будзе мяса па-паляўнічаму. Яно будзе з чарнаслівам, з маркоўкай, з лука. З цыбуляй, бачу. Так. І крышачку зелені. Шмат прыправаў. Вельмі смачна. Так, давайте пачнём. Шаху будзем пачынаць. Берем маркоўку, рэжам. Давайте. Вы мне дапамагайце. Канешне, канешне. Так, трымайся. Я вам зараз пакажу. Павел, скажите, калі ласка, увогуле паляўнічая кухня, яна некім чынам адрозніваецца ад астатняй кухні? Гэта чым адрозніваецца? Гэта жывая піша. Я толькі прыгатавалі, все свеженькае, вельмі цудоўна есца. Ведаеце, у маім уяўленні паляўнічая кухня, яна такая, такая смачная, такая сапраўдная. Калі кавалкамі рэзаць, то вось менавіта такімі вялікімі, як мы зараз з вамі рэжам. Да. Режем великими кавалками тому, что мясо так само великими кавалками будет. И морковка у нас пойдет за гарнир, крышечку. Потому что она будет с черносливом. И она будет мягкая. И вельми смачная. Такое сполучение, как морква и чернослив, але мне подается, что это мусить быть вельми смачно. Вельми будет смачно. Але тут такая маленькая хитрость есть. Якая? Чернослив треба как бы с косточками. Вот это наша морковка. Цибуля. Цибуля. Як будем резать цибулю? Эту цибулю треба резать вельми тонко и на долгие стяжки. Цікаво. Тримайся. Так, я сама пока что это не зроблю. Показываю. У нас сегодня у якости дзічыны козуля. А увогуле, на каго яшчэ палююць на Палесе? Вось у Беларусі на Палесе, на каго яшчэ палююць? Можна хадзіць на паляванне на зайчыкаў, на вобрыка. Можна таксама на кабаноў хадзіць. Ну, гэта ўжо такая буйная дзічына. Гэта сур'ёзная ахвата. Гэта ўжо сур'ёзная. Каб час быстрэй праходзіў, вельмі часта гатуем на паляванні. Что вот. Вы готовите на поляване? На поляване? Ну, вот такое вот мясо. То есть одразу можно сказать, что наполявали, то можно и готовать одразу. Так, а зараз нам треба это все покласти. Тримайся. Ну, у нас цибуля так богато отрималась. Так. А откуль такая рецептура козуля с чарнасливом? Ой, это давно еще от бабуль. Батька передал мне. Это рецепт. Можно сказать, такие стародавние паляўнічы рецепт. Але ж раней простым людям забаранялось палявать. Вельми редко такую ежу готовали. Это зараз можем себе позволить готовать каждый день там такое мясо смачное. А на паляванне сразу забили, як щось есть. Так и можно приготовать. Далее, я так разумею, далее, мясо. Далее берем мясо. Мы подготовали мясо. Мясо. Так, наливаем трошки воды. Спочатку, да? Звычайно, ведаете, робить так, что спочатку кладут мясо, а сверху заливают водой. А нет, мы зараз робим так, потому что вельми холодно. Тут у нас идет ребрышки и задняя часть. Ставим его на огонь, чтобы мясо трошки проварилось. А по что его треба проваривать? А потому что так будет смачнее. И дезинфекцию. А она вот я шию таких метах, и кольки оно мусить так обвариться по часе? Так, минут 15 закипить, тогда воду зливаем и начинаем готовать. А сейчас? На мой погляд, самое интересное начинается. Так. Нарешті раскрывается сокрытие, что робишь с чорносливом, морквою, цибулею. Да. Перш-наперш соль. Пиво.
А пиво потребно светлое, темное, чи без розницы? Лепш темное. Только темное. Сливочное масло. Знову ковалками кидать будете? Так. Отрезаем. Вот такой крышечки. Потом можно додать ти подсолнечного, ти оливкового. Добавить тоже крышку. Любой рослинный олей. Так. Так, зараз берем морковку. Калі ласка. Дякую. И давайте выкладывать. Допомагайте. А каким чином выкладывать? Просто по кидать? Кругу. А, добре. Ну, такая прогажусь отрымливается. Зараз берем... Так. Чарнослив. Чарнослив. Повторяем, чарнослив мусить быть с косточкой, бо до мяса. Так. Я буду вас повторять. Так, это есть. Далее у нас идут приправы. Чем будем приправлять? Так, мы еще не солили, чем будем приправлять? Приправляем петрушкой с базиликом. Ну, одразу так запахло на ту гідні приправи. Гвоздика. Але з гвоздикой треба глядеть. Крышечку тільки. Так. І приправа для м'яса. Ну, це вже мені подається по жаданню. Калі ось, калі ні, кому як на смак більше подобається. А зараз зверху крышку тміна. Я душистий перчик покидаю. Так, ось. Так, і ще перця зверху. Ух ти! Тут треба глядіти уважливо і запам'ятати, бо приправ тут досить багато. Так. А зараз так само вільні. А чому так про лопатку? А каб приправи залишилися на місці. А, каб не позлівала в приправи. Вельми серйозне питання. Кільки треба піва для цього м'яса? Это так само по жаданию на смак. Литр? Так. Там нам не переборщить, но такое веселое мясо отрывается. В уголе готовится только на пиве. А лишь по жаданию можно добавлять воды. Мне вельми сподобается, я еще крышечку воды добавляю. Далі в нього все більш і менш зрозуміло, ставимо на вогнище і чекаємо до готовності. Скільки мусить готуватися на вогнище ось таке м'ясо? Коли часу? Коли години буде готуватися, зрозуміло. І після ми його будемо ще нічим оздобляти? Так, медом. Ух ти, це ще не все. Ну, вогулі, і пиво, і мед, така смакута у нас отримується. Ось, я зовсім забулася про цибулю, що у нас ще і цибуля залишилася. Паляўнічы на тое і паляўнічы, каб гатаваць такую, у нечым нават можна сказаць дзікую ежу. Дарэчы, адной стравай, калі гатуе такі гаспадар, тут не абыдзіся. Як кажа сам Павел, упэўнены, што да смаку прыйдзецца і гарбата з араматам лесу. Заварваецца яна ў асноўным не на лісціках ці ягадах, а на галінках. Галінкі маліны і, напрыклад, галінкі чорных парэчак. І, безумоўна, чарніцы, якіх так багато ў палескіх лясах. На думку паляўнічага, лясная гарбата – выдатны сродак ад смагі. Так што летам ад смагі ўратуе, а вось узімку абавязкова сагрэе нават у маразы. Вось нарэшце надышоў час, калі мы кідаем цыбулю. Так, вось у нас ўжо ух ты, смак ўжо пашоў. Ух. Вельмі цудоўны. Зараз бярэм лук, трымайце гэта ўсё. І берём такім чынам лук. Ну, пах такі трохі салодкі, напэўна, так. Чарнасліва і морква. І піва. А, сапраўды, ўсё, забываюся, што тут піва. А я думаю, чаму яно такога цёмнага колеру? У нас вадкасць атрымліваецца, забылася зусім пра піва. Нам трэба сталовая ложка мёду.
Ну, мед так само можно брать так любым. Не, приемнее, конечно, с грачихи. И он так само подходит. Вот. Тут мы его делим на две частки. Все. Мясо оно было таки темный колер, так, покуль варилось. Это, напевно, от пива. Это пиво с черносливом, а больше за все дает косточка. Теперь отказный момент. Ох ты! Одразу запахло нечем солодким таким, время и медом смачным пахнет, и морквой можно одразу. Вдымать. Все, готово. Нарежьте, дочакались, коли мясо по паляўнічому сготовалось. Так. Вельми шкода, что ось ніякая техника не может зараз передать пах ось гэтай речи. Такі солодкі пахне і медом, и пиво, напевно, надає так само, такі трохи такі солодковаты. Пах, і морквашка з чорносливом. Да. І пригожа, і смачна. Ну, просто цуд. Павел, дякую вам великі за сьогоднішній день. Особне дякую за дівчину. Вам так само дякую за те, що завітали в гості. Посмотрели, які дари природи є у Білорусі. Дай Бог, щоб ці дари природи перейшли нашим дітям. Великое дякую то, что наши деды заставили нам такую природу, что мы можем ее и користаться. А сейчас приятного аппетита! Так что такий палецкий почасунок отримался сегодня. И я вам скажу, и он отримался по-паляўнічому сапраўдным и по-паляўнічому вельми смачным. Как приготовать мясо по-паляўнічы нам спотребится дзічына, темное пиво, морква, цибуля, чернослив, специи и соль на смак. С поляванием на Беларуси связано немало забобонов. Напередодні полявання з хати виходили мовчки, не попереджували навіть близьких родичів. У ліс заходили задом наперед. Були так само адмисловые обрады, які приваблювали саму дівчину до паляўнічого. Але ось как приготовить смачную страву за бабонов не треба. Потребно наперед жадання, ну и, конечно, прислухаться до парад добрых господаров.